себе. Вода-то холодная. Похрен. Мы находимся в Бахрейне. Вода холодная, да. Отель Нова, шикарный, правда, отель. Вода очень соленая и очень мутная. Ну как мутная? Нормальная, конечно. Вот. Так что на улице 26 где-то. На улице 26 градусов. Ну, в общем, не жарко. Не жарко. Что-то мне кажется, что... Плавает мусор. Украинский супермаркет. На самом деле здесь есть все. Все европейское, и арабское, и английское, и американское. В общем, здесь даже соусы написано на английском. Да. Овощной отдел столицы Бахрейна, Манама. Вот смотрите, один ихний деньга стоит 180 рублей. Так что вот смотрите на цены. Пошли, давай. Вот так вот. Это кокосовая стружка. Это кокосовая стружка. Мы строгали кокосы. Вот, перчики. Ну это. Это 75 рублей где-то стоит. 80. Это национальный. Арбуз. Арбуз стоит 180 рублей. Мы находимся в столице Бахрейна. So everything here used to be ocean. Mm-hmm. Just, yeah, there was no land, no anything. They just made this land. How many years ago? I think they started 10 years ago making it. All of this is like the mall opened last year, the shopping center. The hotel Four Seasons maybe a year and a half. Вот бахрейнцы молодцы. Бахрейн is nice because it has nice weather. Это самое дорогое здание. Like the ones in New York. Мировой торговый центр. They have one here, they have one in Dubai. У него стоят ветрогенераторы, видите? Что-то да не крутится пока. And those things on it, the fans, absolutely useless. I've never seen them turning. Никогда не видел, чтобы они крутились. Я видел на видео. So see in front of us. В Ютубе. This highway here that we're going to get on used to be the ocean side. So this was all ocean and these hotels.
вот был сильный отлив, и море вообще ушло, просто в бухте какая-то пустыня появилась. Старинные корабли валяются, и вон там старинный арабский форт стоит. Вот. А мы катаемся по Бахрейну на мотоцикле, который нам дали парни из Саудовской Аравии. Вот, шикарный мотик, 1.8 прет. Три пальмы, почти как у нас, три березы. Блин, вот, конечно, вчера здесь было полно воды. Вон вдалеке арабский форт. Затонувшие корабли. Ну, в общем, тут такое козырное место. Сюда приезжают местные отдыхать. Это рядом с аэропортом Бахрейна. Ну, а мы катаемся. شال عطرك وانت لي يصدق من عيوني اذا هالكون بعيوني كذب يا مبتدا يا منتهى يا так выглядит наш отель со стороны. Маленький, но в восточном стиле. А это Бахрейнский музей. На самом деле это бассейн в музее, а залив он чуть пониже, но кажется, что бассейн сливается с самим заливом, но здесь вода пресная, она другого цвета. Это музей, Национальный музей Бахрейна. Здесь мы только что были. И сейчас идем в другой зал. Неизвестно, нас пустят или нет, но билет я купил какой-то. 180 рублей. Берут только наличку. Я думал, ну уж в музее-то точно карточку возьмут. Нет. Бахрейн играет лучшая музыка, и они даже не врубают. Это русская музыка. Дискотека, алкоголя и марионы. У меня самый тихий мотоцикл. Поедем за этим белым саудовским Хундаем. Опа. Какие чудные машины! Где-то в промзоне.
они и ехали по Бахрейну. Это дерево жизни, ему говорят 400 лет, а вот это все вокруг, типа, наверное, инфраструктура для отдыхающих. Непонятные горы и дерево жизни. Ну и наш перегретый Харлей. Легенду. Или сказал, все, да, давай. Этому дереву больше 400 лет, а он находится в пустыне, на каком-то холме. Как бензин? Я не понимаю. Я же с какими датчиками не ездил. А у тебя резерв горит? Нет. Ну, что ты волнуешься? Через 50 километров только. Уже горит. Блин, ну это плохо. Мечеть стоит между нефтяных вышек. Полицейские у них нарядные.
последними выезжают скутеристы. Вечеринках я еще ни разу не был байкерских. Чувствую, что сейчас будет концерт. Новые головные уборы. Вот это да, вот это шалабушек, блин, охренеть, это чапки. Находимся в Бахрейне на кастом-зоне. Значит, помещение отдельное в центре мероприятия. Мотоциклы на самом деле не сильно модифицированы, но все отлично выкрашены. Чикана неплохой. Хорошо сделаны мотоциклы, хорошая покраска. Видно, что здесь как бы у людей есть деньги. Они не жалеют их вкладывать в кастомы. Но реальных кастомов, конечно, вот этот вот. Здесь переделана рама, она хромированная, здесь много всяких таких ништячков сделанных, маслобак. То есть обыкновенный спорстер, как бы knucklehead. То есть и двигатель здесь старинный, литровый стоит. Спрингер. Спрингер, как его называют, очень неплохой. То есть он серийный, но он тут доделанный, переделанный. В общем, вот этот мотоцикл, я бы ему дал, конечно, первое место. Но также есть грядка баггеров, очень неплохих. Вот эти цвета нам известны. У нас в Питере такой мотоцикл точно есть. Такой точной Копрой. То есть это копия нашего байка, который в рок-гараже делался. Здесь любители звука есть. Хромом здесь не пожалели, вообще захромировали, по-моему, все. Здесь небольшие, но в принципе... Ну, это V-роды не очень как бы сильно переделанные. Вот, наверное, самые сильно переделанные с турбиной. Маятник переделанный. Пневмоподвеска. Ну, колесо большое. Такое традиционное V-родище. Ну, в общем, неплохо смотрится, но Ваня Мэд Кастом делает лучше. Вот. Ну и вот этот мотоцикл тоже. Я бы ему, наверное, тоже какое-то место дал. Здесь самодельная спринженная вилка, настоящее моторище стоит, колеса тоненькие, очень много ништячков, ну и отлично покрашены, конечно. Мотоцикл неплохой, но вот объяснить, кто его сделал, я не могу тут
основном все на арабском. Ну и вот этот вот мотоцикл. А дед Вячеслав, как вам? Интересная работа. Очень интересная работа. Очень интересная, я говорю. То есть он ездовой. И он совершенно настоящий кастом. Да, вот это я говорю, что вот эти две работы, они как бы... Вот один кастом, вот второй, да, и третий. Вот это третий. Первый, где второй. А, вон там стоит, отличный мотоцикл. А это что, Алексей? Я не знаю, но это закись азота, похоже. Это чтобы огонь был. А это кофра. Это кофра. А это бензобак такой. Ну и руль золотой. Ну тут как бы, видишь, все, это пчелки, пчелки, соты, видишь. Трудолюбивая пчелка. А байк? Чесон? Цыганский вариант. Пчелочный. Это сцена, но на нее, наверное, заезжать не буду. Вот. А эти мотоциклы уже, по-моему, заняли какие-то места. По-моему, их с Америки привезли. Да, точно. Сауди байк шоу. О, на саудовском байк шоу выиграл первое место. У этого мотоцикла много призов. Классная ручка переключения. Но все-таки, хоть и много в нем денег, но здесь много и оригинальных деталей. Ну, вот этот багер, переделанные рамы, подхромированная рама. А можно вам тоже спросить? Да. Вы также вам, да? О, отличный мотоцикл. Ну, это багер из Софтейла. Ну, на Востоке всегда любили хром. И все блестящее. Ну, вот этот мотоцикл настоящий такой бобер. Настоящий олдскульной резиной. То есть Софтейл. С неплохим выхлопом. Шикарной резиной. Все ее знают, все, у кого есть боберы, на ней очень любят ездить. Ну, неплохой мотоцикл. Ну, таких вот глобальных переделок здесь нету. Хотя это у нас русский, по-моему. Ну и ретро-стиль такой присутствует здесь. Ну, такой мастерской в нашей, точно такой мотоцикл стоит, только с апхендером. Это настоящий стиль чекана, стопроцентный, только с низким рулем. Традиционный длинный выхлоп в форме, написано, радикальный байк. Ну, такое ощущение, что сделали его в Америке. И он, в общем-то, в Америке занял какие-то места там. Байк реально интересный. Закись азота, переключалка на руле, ну, на этом, на баке. Вот в таком сиденье далеко не уедешь, конечно. Чисто кастом. Это самая большая мечеть, называется Ахмед. Мы в центре Манамы. Вот известные байкеры идут навстречу.
Как вам жара, мечеть, мотоциклы? Ой, да классно все. Классно. Экскурсия интересна. Экскурсия интересна. Экскурсовод у нас, кстати, финн. Ская женщина, разговаривающая на русском языке. 10 лет живет в стране Бахрейн. Это, конечно, круто. А автобус кто нам дал? Правительство Бахрейна? Бесплатно. Вот мы, конечно, молодцы. Вот такой автобусик, да? Отчетный. Очень комфортабельный. Блин, кондиционер. Ну, мы там кофе разлили. Кстати. Да? Все-таки успели нас. Да. Там, где мы, везде поток. Это не то еще, нет. Это греческая, это набережная крепость. И значит, эти греки, видите, здесь вход, здесь были, значит, эти греки. А там это был склад для жизни. Вот так. А пойдем дальше, это просто набережный вход. Как там взор отсюда? Старые улочки Бахрейна. Ну и тут современные здания тоже есть. Специальным способом построенные дома. Электричные. Вообще огонь. Улочки Бахрейна. Ух ты, как здесь стекло. А туда можно? А туда нельзя пройти вот так? Можно? А рум, а там нет прохода? Okay.
детстве была голубей. Короче, на Востоке любит голубей. Да. Можно и курочек купить. Помыл руки? Если очень, бы еще вот так, да. Очень удобно, да? Прям на улице подошел, помыл руки, пошел, поел. Вот парень нас это обслуживает уже второй раз. Мечеть, да? Я, кстати, в Турции ел. Воспоминания. Что? Олег выбирает себе духи за 100 долларов. Она же на опте должна стоить 10, а 15. Ну да. Не дороже. Ну сколько они вот? Ну, духи минимум. 35, сколько они сейчас? Ну, какие? Да, 35. Ну сколько так? Какие ты берешь? 6,5, да, будет? Ну, вот тот большой берешь? Да. Вот, материал, в который вмонтировано масло. Настоящие гранаты. Алло, салай. Практически изумруды. Это, вглядитесь. Видите прозрачность камня? А? Продается по цене камня. Надо к началу идти, там берем такси. Маленький магазинчик на рынке. И вот это как будто бы пиво, но это не пиво особо. Это как будто вино, но это не вино. В Манане всего два магазина или три, которые, в которых продается алкоголь. Вот.
Харли Дэвидсон? Харли Дэвидсон? Ага, вот сальва. Вот, о, дайте я попробую. Я... Очень вкусная штука. И мне две ложечки, пожалуйста. А он сейчас всем даст. Писец. Вот вот. Я вообще так ее люблю. А это хальва королевская, да? Вот та желтая, она королевская хальва. Да, мне побольше. Вот такая штука. А кого еще? Три вина. One kilo. Yeah. А это хальва? It's one in one box, five dinars, five on five. Metal box. Yes. Yesterday. Теплый. Динар. This two dinar. Two dinar, other one. Two dinar. Короче, уже прикончили. Two dinar. This two dinar. Да как ее повезешь-то, чё? It's one only mix. Он в банках дает по килограмму. По килограмму? Да. А что, тебе кофе дали? Окей. Восточные сладости. Это вообще офигеть. Очень вкусно. Хальва вообще супер. Вот через пару часов самолета мы тут...